Бытует мнение, что более важной частью дома считаются те решения, которые на виду, то есть красивые фасады, отделка интерьера. Но все это бессмысленно, если вы будете чувствовать себя в своем жилье некомфортно из-за неправильной работы инженерных систем. Чтобы сложная начинка вашего дома работала как часы, важно доверить ее устройство профильным специалистам. Я нашел таких в компании «Сантехит». Здесь вам предложат несколько видов комплектации проверенного временем оборудования. Это позволит существенно сэкономить на электричестве, газе или другом виде топлива. Вы увидите, как выглядит тот или иной элемент системы, и главное, услышите разъяснение, как это будет работать. Также радует, что сотрудничая с данной компанией, вы покупаете оборудование буквально из первых рук, так как компания «Сантехит» является прямым дистрибьютором почти всего представленного ассортимента. Поверьте, такое доверие мировые производители оказывают далеко не всем. Благодаря этому сотрудничеству «Сантехит» является крупным оптовым поставщиком для многих компаний Уральского региона. Здесь можно подобрать котлы на различном топливе, насосы для разных целей, водонагреватели и бойлеры, радиаторы, трубы и многое другое. Но выбрать и купить — это одно, важно еще все это правильно смонтировать. И здесь я тоже приятно удивлен, насколько тесно компания сотрудничает с монтажными организациями и узкими специалистами, которые, кстати, ежегодно проходят обучение, ездят на заводы изготовителей, имеют огромный опыт и знают все оборудование, представленное на российском рынке, как свои пять пальцев. В сфере инженерных систем мы работаем более 8 лет. За это время мы перепробовали различное количество материалов, но остановились на надежном и энергоэффективном оборудовании, что подтверждает положительные отзывы наших клиентов. Инженерная компания «Сантехит», переулок Проходной, 7, телефон 302-1155. Внимание, 19 мая на выставке «Дом, дерево, дача» состоится розыгрыш бесплатного монтажа системы отопления, водоснабжения и канализации. Успевайте отправить свои анкеты. Подробности на сайте santehit.ru.